Торт почти готов. Это сейчас эти, как ты говоришь, украшения, да? Татьяна, ну что ж, я буду ваши торты украшать. А ты что, его нам делаешь, что ли? Не, я его с собой заберу. Я думал, это на Я на продажу букеты куда-то. куда-то. Хорошая идея. Ну-ка, Сань. Выставляй в интернет кому? Выставляй в интернет. 90 евро. Так пока его купят, блин, он прокиснет, блин. В том-то и дело, Саша, надо так продать, чтобы вы это... Это уже твои маркетинговые Да. ходы, да? Так Как надо было хочешь. предупреждать заранее, блин, что вы это тут такую красоту изготовите. Ну ты что, не верил, что мы изготовим Я красоту? верил, но это Я же не... все, Ну, не расходы уже, да, уверена. тогда Да, я да, же решила? не думал. Не ожидала, Ну. что мы такие умницы. Ну, вот так вот, девочки. С пылу, с жару, как говорится, слепили тортик. И что, эти как ложить просто? Или что, по краю, по кругу, или... Как хочешь. Я буду тут маленькие краешки, маленькие где-нибудь. А, маленький наоборот. Нет, нет, вот эти попрятать, да? Ну, я думаю, немножко одинаково, как бы, да? Добрян, конечно. Кому не нужны одинаковые? А эти, откуда вы взяли вот эти, Сами сделали. как ты скажешь, какашки? Какие какашки, бзешки. А это не какашки, это другие, да? Бабушки, Безешки? что? Ну это вы Бабушки, сами их которые делали, 83 года. Ирин. А, да. Все сами. А, ну это вчера вы их лепили, да? Нет, это Ирина сама принесла. Они готовы, что ли? Она их Не, я делает сама сама. делала. А вчера